Кто меня еще не знает, меня зовут Лера. Сегодня мы с Юрием представляем нашу компанию Forward. Наша компания на рынке профессиональной посуды с 2001 года. В нашем ассортименте достаточно большой выбор продукции, такого плана, как инвентарь для кухни, инвентарь для бара, инвентарь для зала, что включает в себя стекло, столовые приборы и фарфор. Также отдельно у нас есть кондитерский инвентарь, инвентарь для пиццерии и инвентарь для бара. В нашем ассортименте больше 15 тысяч наименований продукции. У нас есть собственная торговая марка Forest. У нас есть 80% товара на складе. Также у нас вся продукция сертифицирована, и мы постоянно расширяем наш ассортимент, и также у нас есть, мы работаем как в Киеве, так и по всей Украине. Так. Барный инвентарь Форест, собственно говоря. Так. В октябре месяце у нас появляется достаточно много появилось новых поставщиков. Один из таких поставщиков является торговая марка Ancap. Это итальянский производитель. Мы завезли достаточно большой ассортимент для чашек, для кофе, эспрессо, американо и так далее. Ассортимент. Только расширяем пока ассортимент. Изучаем спрос. То есть только пока вы слышите спрос, как всегда. Ну, как всегда. Мы же посмотрим, интересно тебе, неинтересно. Так. Также у нас стартовала акция по торговой марке Кала на серию кафе Сомелье. И еще одни наши новинки в ассортименте. У нас появляется новый поставщик, как Черчилль, это фарфор. Новый поставщик Черчилль, Англия. Мы завезли тоже образцы, это фарфор. Потом следующие торговые марки, это в принципе французский поставщик. Это Риболь, это фарфор, Кап-Деко, это столовые приборы, и Джардж, это керамика ручной работы, тоже Франция. Также у нас появились новые столовые приборы Капитоль, и достаточно интересная торговая марка, это Цайр, там появились у нас новинки по стеклу, и также по фуршетно-банкетному инвентарю. С начала года, с февраля где-то месяца, у нас появится еще один новый поставщик. Это будет поставщик сугубо по бару. Мы завезем более 350 наименований, новых позиций, то, что будет интересно, я думаю, на рынке. И по варингу. Варинг – это наша торговая марка, которую мы также завозим. Про нее вам расскажет Юрий. Добрый день. Еще раз. Буду предъявлять американская компания с американским качеством. Специализируется на мелкой профессиональной технике для заведения общественного питания, такие как блендеры, выжималки, ледокрошители, миксеры и вафельницы. Вот. Довольно тихие в работе, имеют блочную систему. То есть если вдруг что-то выйдет из строя, вытянули блок, выбросили, заменили на новый, что существенно уменьшает время на ремонт. Вот. И немножко поподробнее, когда что-нибудь. Данная модель имеет мощность 350 Вт, двухскоростный импульсный режим, есть в двух вариантах. Стакан с поликарбонатом на 1,4 литра, либо же из стали на литр. Рекомендуется для приготовления порции до 25-50 порций в день. Следующая модель имеет мощность 550 Вт. Также двухскоростные с импульсным режимом. Вот. Также в двух сборках стаканы с поликарбонатом и нержавеющей стали. Рекомендуется также для приготовления 25-50 порций в день. Данные модели уже помощнее, по 1500 Вт. Вот, левая имеет 45 тысяч оборотов в минуту и 30-секундный таймер обратного счета. 75 порций в день. Также двухскоростный и импульсный режим. Стандартный блендер.
Есть также двухскоростной стакан из поликарбоната, мощность 350 Вт. Предназначена для, как написано, быстрого качественного приготовления. Популярный напиток с использованием крошки, таких как, вот, например, маргарита. Мощность 750 Вт. Рекомендуется для приготовления от 35 до 60 порций. Двухскоростной, 750, мощность 35-60 порций. Стакан из нержавейки 2 литра. Соковыжималка для цитрусов 192 ватта, контейнер вместимостью 1 литр. Чаша поликарбоната. Ледокрошитель. Вертикальная загрузка, мощность 380 Вт, контейнер 2,8 литра. Производительность 13,6 кг. Соковыжимал. Двускоростная, 15 Вт в минуту, 1 Вт. Контейнер для отходов 6,5 литра. Также есть ручной миксер. Идеально подходит на емкость, на 10-литровую емкость. Скоростной. Также вас всех приглашаем посетить наш шоурум в городе Киеве, который площадь 450 квадратных метров. Да. Дальше, Кирилл, для тебя. По поводу образцов, по нашим всем новым торговым маркам, которые мы завезли, они будут представлены на ресторан Экспо. Кому будет интересно посмотреть, у нас на нашем сайте выложены пригласительные, то есть для тебя, Кирилл, лично в руки дам. Вот, можете все посмотреть на этой выставке. Ну, собственно, все. Спасибо.